Всем привет! Вы смотрите новогоднюю программу Profit Show. Меня зовут Макс Ищенко. Вы смотрите profitshow.tv. Сегодня наш гость Денис Долгополый, предприниматель. Привет, Денис. Привет. Слушай, я тут читал недавно Питера Тиля, его заметки из Стэнфорда, лекции. Вот, и он там сказал, никогда не обращайтесь к консультантам, не связывайтесь с консультантами и вообще как бы, ну, не имейте с ними дела. И я так понимаю, вы какие-то консультанты. Да, мы правильно? Консультанты, и мы полностью разделяем его точку зрения. Так вот, то есть у вас нет никакого бизнеса? Нет, у нас есть бизнес, но мы на самом деле, ну, консалтинг — это мой прошлый бизнес, а сейчас мы стараемся вот помогать в первую очередь. То есть вот эти, типа, ну знаешь, ну как бы консультанты, у меня в голове это, ну почти, ну, не шарлатаны, но короче, то есть какое-то такое скользкое понятие, это люди, которые говорят, давай мы тебе представим инвестору, возьмем за это там 3%, 5%, еще какую-то мутную схему сделаем. Нет, это посредники, нет? Это не посредники. А консультанты, а что, короче, что вы вообще, что делаете? Смотри, на самом деле мы помогаем строить бизнес, да? То есть помогаем в виде, опять же, не столько консультации, сколько использованием нашего опыта, который мы получили в своем бизнесе и в других проектах, в которых так или иначе участвовали. То есть мы делимся этим опытом. Мы себя противопоставляем консультантам, которые продают там просто свое время. Мы стараемся, не стараемся, мы всегда начинаем с KPI. Да? То есть когда мы заканчиваем нашу работу, в чем измеряется ее результат? Ну смотри, я стартап, да, условный, я к тебе прихожу, Денис, помоги, да? Ну, то есть как бы, и что ты говоришь, ну, в ответ? На самом деле есть очень много кейсов, но если ты предприниматель, приходишь, если ты начинающий предприниматель, в течение там 10 минут выясняется, что, ну, у тебя настолько слабый базовый уровень, что он тебе не позволяет вообще с людьми на этом рынке говорить на одном языке. И поэтому мы таким людям даже не пытаемся ничего продать, независимо от того, есть у них деньги платить нам или нет, или там возможности как-то компенсировать нашу работу. Что касается, то есть раньше мы вообще предлагали там неадекватные цены до тех пор, пока кто-то один не сказал 500 евро в час, поехали. Вот с тех пор мы уже так очень грубо ограничиваем людей. То есть для начала большинство людей, которые приходят и говорят, нам нужны твои консультации, чаще всего вообще не понимают, о чем идет речь. И поэтому мы их запускаем в нашу обучающую 45-часовую программу, из которой большинство не выходит. То есть смотри, да я просто, ну я примерно понимаю, но поправь меня, если я неправильно понимаю. И те, кто смотрят, ну, наверное, не знают. То есть у тебя есть как бы, есть а-ля бизнес-часть, да, где вы помогаете строить бизнес. Есть такая школа, такой детский садик, да, для тех, кому еще рано помогать, вы их туда, да? Да. Вот эта, да, школа называется Growth Up. Да. Да? Окей. Сейчас мы постоянно, ну, как вообще Growth Up появился? То есть мы начинали, мы зарабатываем на гэпах. На чем? Гэпах. Ну, в несоответствиях. Да, то есть приходят люди, которые что-то хотят, но им чего-то не хватает для того, чтобы это сделать. Чаще всего знания, понимания и так далее. Мы этим делимся. С точки зрения инкубатора, когда мы его запускали, почему мы его запустили, модель инкубатора, в 2008 году? Потому что в 2008 году выяснилось, что большинство наших платящих клиентов, которые заказывают тяжелые продукты, связанные в том числе с фандрайзингом и так далее, это те люди, с которыми мы работали в 2005-2006 в качестве там, ну не просто консалтинг, да, там, попили с ними кофе, вправили немножко мозги. Тогда мы решили поставить это немножко на поток и сделали семинар основы технологического бизнеса, у которого тоже очень интересная история. Когда сюда Microsoft, по-моему, в 2007 или в 2007 году привез Колю Митюшина, Диму Репина. Я был на этой да, программе, не знаю, как я попал. Да, Илью Антипова «Старт в гараже». Когда они опросили людей на выходе, ну, фидбэк получить, сказали, что им не хватало понятийного аппарата, что продукт очень тяжелый. И тогдашние сотрудники Microsoft сказали, а давай ты сделаешь такой семинар, который бы, ну, вот, расставлял бы точки над «и» и давал людям понятийные вещи какие-то. Мы его сделали, в 2007 году зимой запустили. И он оказался очень популярным. То есть с тех пор мы через него пропустили 3,5, где-то 3 700 тысяч,
3700 человек. Через вот. Семинар? Да, через семинар. А это не GrowSup? Тогда это еще не было GrowSup. Да. Вот. И на базе потом, когда мы его читали, к нам приходили люди, слушай, там семинар хороший, но у нас там вот там дырка, вот там дырка. Ну и в результате за пару лет сформировалась учебная программа, которую мы в 2010 году уже выделили просто в отдельную структуру. Под своим именем, да? Да, типа? Да. Все, то есть она отошла от BU Innovation, стала GrowSup. Коля Савин этим делом сейчас руководит. Это, когда мы его выделяли, мы очень сильно задумались о том, а что мы хотим от этого получить. И в 2007, 2008, 2009 годах мы перезнакомились и пересмотрели большинство инкубаторов, акселераторов, которые на тот момент существовали. Мы разобрали больше 30 кейсов и пришли к выводу, что ни один из них на нашу существующую действительность не натягивается. Но если люди не знают, как бы, если у них нет даже понятийного вот. Аппарата, в чем-то. Поэтому мы решили запускаться в режиме Entrepreneurship Academy. Это еще какая-то отдельная штука? Ну, это не инкубатор, это просто курсы, да, это такая мини-бизнес-школа для предпринимателей. Платная? Мы начинали с бесплатной. И GrowSup бесплатный, да? Или, да, или нет? Да. Мы начинали с бесплатной и исключительно потому, что мы не могли понять, какую бизнес-модель использовать. Их на рынке существует несколько, и мы не верили ни в одну из них. А те, которые нам подходили, не позволяли зарабатывать денег. Поэтому мы в какой-то момент GrowSup признали своим маркетинговым проектом, через который мы пиаримся, и сделали его полностью бесплатно. Ты смотри, ну ты в Твиттере, по-моему, да, была, или где-то ты писал, я где-то видел. 200 стартапов через GrowSup прошло. Ну, через GrowSup прошло, через обучающую программу прошло, ну, наверное, больше 2000 человек. Да, которые просто семинары, да, и вот этот, да, GrowSup, да, вместе. Но да, это же не стартапы, правда? Это люди, да, которые это еще, люди, ну, так, те, вне. Те выпускники, которые или запустили, или продолжили развивать свою компанию, их там до 250. Что, у нас есть такое количество стартапов? Да, ну, к сожалению, ну, не к сожалению, бизнес такой, что большинство из них уже не работает. В этом бизнесе рейт неуспеха очень высокий, да, поэтому большинство компаний, к сожалению, банкротятся. Мы следим за нашей статистикой, она, конечно, не такая мрачная, как во всем мире, потому что рынок еще не созрел. Но, в общем, наши выпускники, которые запустили компанию, ну, выживают процентов, наверное, 30-35 в первый год. Дальше... Я тебя сейчас поспрашиваю, я только, у меня тут в Твиттер. Я, короче, я хочу сказать тем, кто нас смотрит в прямом эфире, что у меня есть Твиттер, Max.ua. Поэтому, если вы хотите задать вопрос Денису, пишите в Твиттер, я его, может быть, озвучу, там если мы его еще не озвучили. Людей. Что? Там не так много людей. Там? Ну, как знать, слушай. Никогда не знаешь заранее. То есть, а вот, ну, это же украинский, как бы для украинского рынка, да, проект, который, в принципе, анемичный. Зачем, ну, особенно, ну, то есть его вообще не было в 2007, там, 2009. В чем объясняется твоя стратегия? Короче, тролли, но смысл, зачем делать продукт на рынке, который особо еще не существует? Ну, или он не существовал там тогда, да? То есть были куча людей, которые вообще не понимали, что они делают. Смотри, мы, когда это все начинали, мы посмотрели на то, что происходит в соседних странах. В России? В России, да, нам это очень не понравилось. Там много денег, мало хороших проектов было на тот момент, и, ну, такая не сильно здоровая ситуация. Сейчас выправилось. Мы посмотрели на Польшу, мы посмотрели тогда уже на хаб, который был в Амстердаме, мы посмотрели на Германию, на азиатские, там Индия, Китай, Сингапур, Гонконг. Вот. Да, мы хорошо себя чувствуем в Силиконовой долине, посмотрели другие кластеры в Штатах, которые тоже развиваются, там Бостон, Нью-Йорк и так далее. И пришли к выводу, что на этом рынке можно заработать. Ключевое слово какое? Можно. Нет. Рынок, на этом. Рынок. Да, то есть мы приняли для себя стратегию, что когда отрасль состоится как отрасль, на этом так все... Так это когда будет, слушай, а тебе нужно деньги тратить сегодня. Сегодня, да, учить этих студентов. Ну, смотри, я после 30 лет перестал верить в короткие стратегии. И тебе сколько лет? 38. Окей. Да? И поэтому в 32 года я нарисовал себе стратегию, которая на 15 лет вперед, в рамках ее двигаюсь. Я порядка 50% времени и, наверное, половину заработанных денег с основных своих бизнесов — это привлечение денег в стартапы,
помощь тяжелым стартапам, ну или большим уже, и так далее, не только украинским, но и европейским, мы инвестируем в развитие рынка, отрасли. В надежде, что когда отрасль запустится как отрасль, на этом все... Тебя все будут звать, и все придут к тебе. Все игроки заработают, ну и мы как старожилы и пионеры, может, даже заработаем больше всех. Вот, собственно, наша такая стратегия. Поэтому то, что я трачу много времени на всякие общественные вещи, это не потому, что я такой там добрый и филантроп. Ни в коем случае не хотел обвинить тебя в доброте. Да. Вот. А скорее потому, что я, ну, примерно понимаю, где, когда, какие деньги я вытащу. На самом деле, когда мы запускали инкубатор, мы решили воспитывать на рынке эффект цыпленка. То есть кто первый открыл глаза людям на этот рынок, тот его мама. То есть цыпленок, когда вылупился из гнезда, кого он первого увидел, тот его мама. Проходила мимо собака, вот он будет за ней ходить, требовать жрать. Вот мы примерно такое же попытались сделать на украинском рынке. И те, кто начинал первые шаги с нас, до сих пор с нами в том или ином виде работают. Кто менторы, кто иногда через нас поднимает деньги. Но так или иначе, мы основной кэшфлоу сейчас получаем от тех проектов, которые прошли нашу школу там 7-8 год. С одной стороны, они нам очень лояльны, с другой стороны, они, в отличие от тех, кто к нам приходит первый раз сразу с тяжелым проектом, они четко понимают, какой у них дефицит знаний, контактов и возможностей, и они понимают, что они за это могут платить и знают, какой результат получат. Вот, собственно, на этом мы и строим. Как они с вами расплачиваются? Эквити или как нормальные люди? Кэшем? Хороший вопрос. В 2007 году все стартапы с нами начинали разговор таким образом. Давай мы тебе дадим долю в проекте, ты будешь нам помогать. И мы с дуру соглашались на это. Были молодые, зеленые. Закончилось это очень печально. Когда стартап вырастал и приходил поднимать раунд A, инвестор обычно спрашивал... Эти кто такие? Ну, покажи-ка equity structure. Ага. Они спрашивают, а who's fucking Довгопол и почему у него 20%? Ну вот он такой прекрасный, классный чувак, который нам очень сильно... Fuck it out. Вот. Ну и в результате мы сами добровольно сжимали доли. А закончилось это тем, что инвестору не нужна была маленькая доля, ему нужно было обоснование, почему этот человек там. Поэтому мои друзья из Калифорнии рассказали, что давно в мире придумана схема convertible loan. То есть, когда мы оказываем услуги, вполне понятные консалтинговые, чаржим за это вполне понятные аргументированные деньги, часть из них мы получаем кэшем, часть из них мы накапливаем в долг. И этот долг мы имеем право конвертировать в акции при наступлении определенных событий. Допустим, то есть, если происходит раунд, вы можете или взять equity, или деньги забрать. Да. При этом, как показала практика, прямые затраты на оформление документов стартапа, который обанкротится, доли, ну, пустая трата времени и денег. То есть, если на юриста все равно надо тратиться, большинство стартапов банкротится и... Подожди, а вот эти все стартапы, которые были в 2007 и так далее, у них что, были нормальные юрлица там со всеми документами, equity? У кого-то были, у кого-то нет. То есть, это не то, что там, Денис, ты нам помогаешь, зуб даю 10%. Смотри, на самом деле и так тоже было. Да, этот бизнес, чем он мне нравится, тем, что высокие риски этого бизнеса подразумевают его чистоту. Это что значит? Это значит, что вероятность того, что у тебя с первого раза получится, очень мала. И поэтому тебе придется компанию, вероятнее всего, банкротить или делать пивот, начинать все заново. И в зависимости от того, насколько ты честно поступил со своими старыми партнерами, сотрудниками, инвесторами и так далее, зависит от того, насколько ты легко соберешь команду в следующий раз. И поэтому люди, которые там нечестно себя ведут, долго в этом бизнесе не задерживаются. Поэтому у нас это еще не сильно развито, рынок еще молодой, но в долине, там, ты после встречи, когда тебе предложили с кем-то работать на каких-либо условиях, ты поднимаешь трубку, в два звонка наводишь о нем достаточно легко справки. И именно из-за этих свойств этого бизнеса в этом бизнесе существуют такие вещи, как термшит или инвестиционный договор на салфетке, да, когда там, юридического документа нет, когда рукопожатие важнее. Ну, потому что твоя репутация в момент рукопожатия. Да. Ты ею подписываешь. Ну, вот, поэтому было абсолютно по-разному. Да, сейчас вообще мы рекомендуем людям не работать, не делать юрлиц. Ну, это
Так же, как в 2007 году, с чего начинали стартап? В 2005, 2006, 2007 году. Печать? Визитка? Нет. Бизнес-план? Нет. С чего? Офис, мебель, компьютер и секретарь. Да, к 2000, да, к 2008 году все стартапы начали экономить там порядка 10-15 тысяч долларов и перешли к формату нормального предпринимателя там, в долине с ноутбуком под мышкой, где ну зачем тебе офис, если ты, у тебя еще и продукта нету. Да, секретарша, подожди. А ты понимаешь, это тоже вопрос. Ну, опять же, в Европе это не сильно развито, но в той же долине. Люди дают на визитках прямые телефоны, ты звонишь им. То есть просто если ты начнешь у людей жрать время, они перестанут поднимать на твои звонки телефон, и ты вот окажешься вне комьюнити. Но так на самом деле, там, у меня в телефоне есть там, номера, ну, наверное, 40 миллиардеров из долины, но это не значит, что я им буду звонить. И это прямые телефоны. Некоторые из них имеют не секретаря, а PA. Но после звонка он говорит, окей, там, согласуй время встречи с PA, потому что он свое расписание ему, да, не держит в голове и так далее. Он просто утром смотрит на календарь и ездит по встречам, которые заскедюлили помощники. Вот, допустим, сейчас у нас будет 22 ноября телемост с Джеффом Клавье, который там входит в топ-20 и так далее. Когда я подошел к нему на TechCrunch в сентябре, и сказал, привет, я Денис из Украины, у нас телемост. Он спросил, какой телемост? Мы говорим, ну вот тогда-то будет телемост с Украиной. Там. Он говорит, ничего не знаю, дай посмотрю в календаре. Я такой, а, да, точно, и вот наша переписка и так далее. В календарь ему ставил PA это дело. Uh-huh. Но это тусовочный бизнес и бизнес-отношения. Поэтому очень много наших ребят, которые пытались, ну там условно олигархов или недоолигархов, которые пытались войти в этот бизнес, не смогли войти, потому что ну, ты не можешь какие-то вещи делегировать. Да? То есть предпринимателями ты должен лично встречаться и принимать решения об инвестиции. Потом сделку догибать может там, какие-то ассистенты, помощники, аналитики и так далее. Но решение инвестируется в первую очередь в людей, и ты не можешь вот, аутсорснуть кому-то, проверить, доверяешь ли ты этому человеку или нет. Расскажи про наших предпринимателей. Мне вот интересно, кто эти люди? Да, то есть, ну, у вас там какое-то безумное количество людей прошло, я не понимаю, кто они, 2000 или 3000. Где эти 3000 стартапов? Я там в России, про которую ты сказал, что у них там все печально, но у них там на порядок больше проектов, да? Где наши вот эти вот предприниматели и что они себя представляют и какие типичные? Что, ну, может быть, есть какой-то типичный набор советов, которые вы до сих пор всем даете, или это меняется со временем, они там умнее? Ну, да, это меняется со временем, каждые свои советы, но мы оцениваем количество предпринимателей, которых мы можем называть предпринимателями в Украине, как 200 человек, не больше. Те 3500, которые через нас прошли, ну там 3700, ближе уже к 4, это люди, которые не определились, которые там, вот им это интересно. То есть они как, ну, кто-то на курсы кройки шитья пошел послушать, да, они пошли, да, предпринимательский бизнес. Кто-то прочитал книгу, там, какую-нибудь историю. Посмотрел Блина, Social Network. Сказал, да, ну, мы начинали, когда еще Social Network не было. И мы, на самом деле, на наших базовых семинарах отговариваем людей заниматься этим бизнесом. И 70% людей уходят и больше никогда не появляются, и мы считаем это своим, ну, достижением. Они тебя все равно не слушают, мне кажется. Ну, то есть ты их отговаривание, наговаривание. Нет, мы их отговариваем. То есть нет, мы не то что отговариваем, мы показываем, да, что это, ну, это тяжелый бизнес. Вот реально это тяжелый бизнес. Ты так же сказал, это тусовочный бизнес. Че, нормально, с Джеффом пошел, потусил, кофе попил. Подожди, ну окей, ты попил, а дальше? Он тебе же за это, за то, что ты попил, никто денег не даст? То есть деньги надо заработать. Зарабатываются они очень тяжело. У нас сейчас по сравнению с Америкой все очень легко. Да, легко, только денег нет на рынке. Ну, то есть, отлично, я сделал клевый сайт по недвижимости. И что? Да. Где мои миллионы? Да, это миллионов? На самом деле основная проблема, и мы ждем, пока рынок созреет. Вот, собственно, мы ждем. Так, а зачем это ждать? Надо, ну, он поехал в Москву, сел на поезд. У тебя там и рынок миллиард. Ну, вперед. Ну, смотри, поэтому у нас есть там несколько стратегий, которые позволяют быть успешными. Давай, я хочу быть успешным. Да, первая стратегия – это найти, где есть деньги. Чаще всего деньги есть на стыке онлайн-офлайн, и сейчас как раз правильное время, которое началось там год назад и будет еще 2-3 года,
когда можно делать интернет-проект, а деньги туда подтягивать, ну, из офлайна. Можешь пример какой-то? Ну, любая, допустим, лид-генерация. Ну, тут та же недвижимость. Mm-hmm. Да. Если у тебя есть заявки, ты их риэлторам можешь продавать. Они на сделке зарабатывают там, допустим, 2000 долларов, и они 100 долларов тебе за лид отдадут. Окей, 50 долларов отдадут за лид. Если у тебя есть некий ресурс, который эти лиды генерирует, ты можешь на этом зарабатывать. Деньги подтягивать из офлайна. Угу. То же самое. Если у тебя есть финансовый ресурс, тебе ничто не помешает построить там лид-генератор для банков. У них custom requisition cost высокий, и они готовы там как-то на этом деле экономить. А вот эти 200 предпринимателей, о которых ты сказал, они украинские проекты делают или что они вообще делают? Ну, смотри, подавляющее большинство старается делать украинские проекты. Вторая стратегия, которую мы считаем успешной, это строить глобальные проекты, это израильская модель. И, собственно, на этом мы сейчас переориентируем наш инкубатор почти практически полностью. С апреля он будет работать в основном вот с такими людьми. R&D у тебя на domestic market, ну, там, в Украине, в Киеве, Львов, Днепр, ну, где угодно, а рынок у тебя за рубежом. Очень редко, когда взлетают такие компании из Украины, чаще всего у тебя сценарий очень простой. Чемодан, вокзал, чего-то там, ну, аэропорт. Mm-hmm. Критерии выбора места всего лишь два. То есть первое, или поближе к инвесторам, или поближе к инвесторам. Да, ну, масса вариантов. Ну, окей, если у тебя там финансовый рынок, то у тебя там Чикаго и Нью-Йорк. Если у тебя там автомобильный рынок, то есть примеры успешных таких проектов? Чемоданами и вокзалами. Ну, смотри, Invisible CRM. Да. И все? Смотри, есть некоторое количество таких проектов, да, которые действительно исчисляются, ну там, если взять там пальцы на руках и ногах, да, то вот их хватит. Часть из них активно на там, как Влад Воскресенский, заявляет об этом, часть наоборот сидит очень тихо и не высовывается. Почему? Жизнь такая. Страна такая. Зачем? Вот некоторые, так смысл-то вообще, да, что-то делать? страна такая. Некоторые, наоборот, кстати, прячут свои украинские корни, потому что в каких-то отдельных отраслях это скорее минус, чем плюс. Допустим, если ты выстраиваешь финансовый сервис, то если у тебя R&D в стране, которая там под санкциями... Прославлена фродом. Да, ну, наверное, неправильно. Поэтому люди особо это не афишируют. Вот. Но... Там, опять же, тот же Vudl, да, он также взлетел. То есть бизнес-часть была сначала в Лос-Анджелесе, потом в долине. В Нью-Йорке они активно работали, в Европе. Но в Украине под это дело клиентов просто нет. Первый клиент у них был Reuters, с которым они познакомились как раз в Калифорнии на одной из конференций SWOT. Ну, вот. И, то есть, при этом, ну, то есть, такой... То есть эти, ну, не то, что как сказать, копейки, но единицы, да, каких-то таких проектов. При этом я-то знаю, у меня там на доу, я вижу компании, которые занимаются аутсорсингом, которые растут на 50%, вот там выходят на IPO. Ну, я про EPAM и прочие ребята. Ну, так а в чем проблема? Вот там бизнес, вот, а тут какие-то игрушки. Ну, есть игрушки, есть не игрушки. Ну вот тот же Влад Воскресенский, ну, я сомневаюсь, что он дорастет до размера того же EPAM-а. Вот, он будет достаточно крупный. Но с учетом того, что это его такой первый предпринимательский проект, ну, то это очень хорошо. Да, ну, мне очень не обидно, да, ну, как, короче, очень жаль, что их так мало. А, ты понимаешь, ну, во-первых, рынок должен... Или нужно еще 30 лет подождать. Да, да, да. Ну, мы не говорим о 30 годах, но мы говорим, что это бизнес, где работает длинная стратегия. То есть вот меня венчурные капиталисты начали играть. Ну, ну, окей, что тебе мешает искать другой бизнес? Нет, есть модели, которые работают. Допустим, там на копикетах раньше можно было заработать быстро, сейчас уже все сложнее и сложнее. Вот. Но это все предприниматель ищет возможность заработать деньги. Да? Заработать там честным путем, грубо говоря, больше сотни миллионов, да, быстрее, чем там в 5-7 лет, нельзя. Ну, чаще всего не получается. Мы там исключения подтверждают правила. Инстаграм миллиард за сколько? Да, да, ну, не, ну, исключения всегда есть. Конечно. Да. Вот. Но чаще всего цикл жизни стартапа там 5-7 лет. Да. И если ты хочешь заработать достаточное количество денег, то тебе придется это время ждать. Если тебя интересует... Не ждать. Да, не ждать. Вот. Если тебя интересует заработок там
100 тысяч долларов, то у тебя есть два варианта. Первое — построить небольшую компанию, быстро ее продать. Такие кейсы тоже есть, их значительно больше, чем можно себе представить. Вот, к нам достаточно часто обращаются за помощью, то, типа, вот у нас мы воткнули палку, да, из нее выросло небольшое дерево, дальше оно не растет, мы бы хотели продать. Вот, и такие проекты, их значительно, ну их много, их там, ну, в год бывает до десятка, а иногда и больше. Вот, окей, ну, второй вариант — заработать 100 тысяч, у тебя есть строить карьеру и выйти на зарплату 100 тысяч в год, и это... Ну, тоже, правда, длинная стратегия, то есть стать профессионалом в каком-то деле с такими зарплатами, ну, тоже надо 5-7, а то и 10 лет. Но в отличие от предпринимателя, там более-менее гарантированный результат. Если ты работаешь, вкалываешь, то с очень большой вероятностью ты выйдешь на определенный уровень, обладая определенными способностями. Когда ты затеваешь новый проект, то он скорее не выстрелит, чем выстрелит, и там, ну, риски совсем другие. И что инвесторы, что предприниматели оценивают, сколько они хотят заработать денег, очень часто из альтернатив. То есть я поднимаю стартап, я его продам за там 10 миллионов долларов, из этих 10, допустим, там 3 будут моих, мне на это потребуется там 5 лет. Да, но по пути, если я за это время трудоустроюсь в крупную компанию, допустим, там в Cisco, в Силиконовой долине, и буду получать 250 тысяч в год, то за эти 5 лет я получу соизмеримую сумму. При этом я буду работать там с 8 до 5. С выходными. С выходными, с хорошими пакетами, с золотым парашютом. Нафига мне этот стартап? Но если ты думаешь, ага, этот рынок, этот бизнес позволит мне построить компанию за 100 миллионов, и я из нее вытащу там 20-30, то понятно, что на работе за 10 лет я таких денег не заработаю. И вот это всегда альтернатива как для предпринимателя, так и для того же инвестора. Потому что инвестора тоже интересует мотивация предпринимателя. Mm-hmm. Если он видит, что предприниматель не заработает адекватные деньги, то он не даст им, никому не охота, чтобы предприниматель ушел из стартапа. Стартап тогда там почти в 100 случаях из 100 банкротится. Вот. И он тоже смотрит, ага, какая доля у предпринимателя остается к продаже компании, сколько это будет в деньгах и сколько он за это время мог бы заработать альтернативными путями. Давай, я тебя понял, давай перейдем ко второй части. Но я хочу сказать, у меня рекламная пауза. Холодно. Что? Последний, а то холодно. Да-да-да, последняя часть, очень-очень последняя. Крайний, как сейчас все говорят, я не знаю, what the fuck, крайний вместо последней. Ну ладно. Я хочу сказать два слова о рекламе, не рекламе. Я хочу поблагодарить NickQA, нашего партнера, спонсора и вообще классных ребят. Это доменный регистратор, я там сам домен регистрирую и вам советую, nick.ua. И второе, профит-шоу выходит, будет выходить в новом году по средам на btv.com.ua в прямом эфире. Поэтому следите там или подписывайтесь на YouTube на profitshow.tv. О. Так, а теперь вторая часть. Вторая часть. Ты проговорился про апрель. Ну, собственно, я и так, в общем-то, был немножко в курсе. Ну, не скрываю. Да. Смотри, какая история. Я просто расскажу свою точку зрения. Да? То есть мы, например, ездили в апреле в инкубатор в эстонский. И там, ну, я знаю, что там в Украине сейчас пачка каких-то своих инкубаторов. Islabs, Happy Farm, еще там еще какие-то iHub'ы, ну, в общем, какие-то много всего. 12? Ну, больше, чем везде, наверное. Ну, чем в Европе. И как-то очень много. Но при этом, ну, в Европе их вообще до хрена. И да, но при этом есть такая штука, что эти инкубаторы, они, по сути, греют воздух. Ну, в смысле, в каком я... Ну, ты, как я это понял, да, со своего, потому что это, ты не согласен, но... То есть туда приходят люди, вот как в твою программу, не готовые, да, то есть слишком еще зеленые. Они там учатся классно, да, они получают много знаний, много фана, типа стартапы — это круто, уходят, но стартап, ну, то есть бизнес они не строят, в итоге те деньги, которые им дают эти инкубаторы, они проедают, и инкубатор выступает в роли такого нон-профита, который тупо учит людей за свои деньги без каких-либо шансов, ну, без, с призрачными шансами на успех. Большинство российских стартапов, инкубаторов работают именно в такой модели. Они получают гранты, эти гранты им запрещают забирать эквити в стартап. И они действительно просто их хостят. Это учебная программа, а да. Как, я не знаю, Сколково работает. Я не знаю, вот, кстати, как Сколково не работает. У нас на эксперторами выйдет интервью первое о Гайке, который отвечает за IT. А потом мы у нее спросим про их акселератор. И учебную программу. Да. Опять же, Сколково есть университет Сколково, в котором есть стартап-программа, в которую попасть, ну,
Тебе вот наш друг Леша Уроб, который был у нас на профит-шоу со своим Юскеном, вот они сейчас уже официальные резиденты Сколково, можно у него узнать, что. Но не там. Смотри. Про инкубаторы. Да, и что вы там делаете в апреле, и что ты думаешь вообще про инкубаторы? Ну, про инкубаторы я не думаю ничего хорошего. Именно потому, что мы очень глубоко туда, ну, то есть, в отличие от там, моих там, конкурентов или коллег, у меня за спиной нету мешка денег, там, своего или чужого. Поэтому для меня это всегда альтернатива. То есть, ну, смогу я это построить и заработать на этом или не смогу. Да, поэтому, когда мы запускали, мы четко понимали, что вот те модели, которые мы увидели, в Украине не работают. Мы пересмотрели, ну, мы очень много времени на это потратили. Вот, и денег, потому что поездить пришлось с ними, поговорить с многими. Вы искали именно бизнес-модель, правда? Да, мы искали бизнес-модель, мы искали формат. Вот. А после того, как мы не нашли, да, мы решили называться инкубатором, формально работать в формате Entrepreneurship Academy. Вот, и там какие-то свои KPI. То есть мы меряем какими-то опосредованными способами. То есть сколько наших выпускников подняли seed round, сколько наших выпускников. На самом деле инкубаторы нормально тоже так меряют. Ну, именно по количеству фандрей. Смотри, опять же, смотри, какая модель у них. Да, тот же Y Combinator 500 стартапов SeedCamp, он работает в режиме нормального фонда. Им не надо мерить, сколько подняли. Они оценивают, сколько на сегодня стоит их портфель. Угу. И все. Я имею в виду, ну, я как стартап, когда выбираю инкубатор, какой идти, в какой не идти, я смотрю, ну, то есть, как хорошо он работает, как понять, как хорошо он работает. Я смотрю, сколько выпускники подняли денег. Если много, значит, наверное, правильно что делать. Я неправильно делаю. Наверное, нет. Смотри, мы вообще, что в твоем понимании успешный стартап? Успешный стартап, да, который превратился из стартапа в бизнес. Ну, то есть дошли до стадии бизнеса. Значит, молодцы. Ну, мы более консервативны, да. То есть наш там большой друг Стив Бленк говорит, что стартап — это временная организация. Вот, да, временная организация. Которая находится в поиске бизнес-модели. Правильно. Когда находит, становится бизнесом. Не находит, умирает. Да. Мы в этом плане еще более консервативны. Мы считаем, что стартап перестает быть стартапом в тот момент, когда он продался. То есть, если я до IPO и меня не купили, то я еще стартап? Да. Ну окей, ладно, вернемся к инкубатору. Вот, поэтому, если делать там какое-то мерило, да, то ну, все, что делает предприниматель, уменьшает вероятность банкротства своего стартапа. Поэтому правильный KPI — это оценить, не сколько раундов подняли, да, потому что можно делать там распиаренные проекты, там, и поднимать туда, закачивать много денег. Там есть разные способы. Это ни о чем не говорит. Вот сколько компаний продано, сколько заработал на этом инкубатор, вот это хороший показатель. Это нужно подождать. Да. И, собственно, поэтому там, у нас на украинском рынке есть огромное конкурентное преимущество, которое, ну, кроме нашего опыта, позволяет нам там, какими-то нашими success stories оперировать. Там вот мы сейчас, Алена Владимирская провела рейтинг, у нас получилось из 30, 18 компаний наши выпускники, из топ-5, 5 компаний, с которыми мы там хорошо, плотно работали. А, ну, то есть, вот, какие-то... Они были у вас на курсах или вы покупали какие-то услуги? Да, кто-то покупал услуги, кто-то прошел нашу школу и так далее. Ну, то есть, нам есть чего показать. С одной стороны, да, это мы накопили опыт и смогли его реализовать и помочь стартапам вырасти. Вот, а с другой стороны, ну, а посмотрим через там 3 года, чем смогут похвастаться наши, ну, другие инкубаторы. Угу. Потому что, может быть, они будут еще более успешны. Хорошо, что вы будете как бы делать? Про инкубаторы я понял. Мы полностью пересмотрели многие вещи и попытались даже сделать что-то более передовое, чем это есть, наверное, на рынке. Если у нас модель наша выстрелит, ее уже наши американские партнеры говорят, что мы ее с удовольствием промасштабируем на Мексику. Ну хорошо, интрига похожи, есть, да. Давай. Нет, никакой интриги нет. Есть просто смысл, да, здравый. То есть первое, мы убедились, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, глобальную компанию из Украины построить нельзя. Надо ехать туда. И, то есть, все компании, с которыми мы работали на ранних этапах, которые хотели выйти на глобальный рынок, разваливались от столкновения с действительностью. То есть они себе что-то надумали, намечтали, начитались каких-то обзоров, придумали продукт, выбросили, он никому не нужен.
мы, когда увидели это дело, договорились с Бленком и сказали: «Стив, давай мы переведем твою книжку на русский, чтобы дать ее как инструмент людям». Вот, люди ее прочитали, но все равно с рынком они напрямую не сталкивались. То есть они в теории знают, на практике у них, у кого нет времени, у кого нет денег, есть какие-то ограничения. Второе, что мы, какой мы вывод сделали и чем мы свободно оперируем, что в любом инкубаторе инвесторы в качестве менторов, консультантов, советников, они абсолютно бесполезны. Инвесторы бесполезны? Да. А кто полезен? Полезны те люди, которые только что, ну, которые сейчас в процессе поднятия стартапа. То есть смотри, инвесторы... То есть другие предприниматели? Да. Инвесторы незаменимы при построении стратегии длинной и тяжелой. Но когда у тебя ранний этап, ты настолько часто пивотишься, что ты не можешь физически, то есть пока ты не нащупал свою бизнес-модель, ты стратегию не можешь строить. Ну, понятно. И поэтому вот эти мастер-классы с инвесторами, с тяжелыми чуваками, да, тебе нужен там персонаж, который только что вот добился какого-то маленького результата, Макс, к которому школьник, ты идешь. Условно, да? Нет, Макс-школьник для некоторых случаев даже слишком старый. Ага. Да, то есть вот, грубо говоря, там кто-то поднял раунд, построил продукт, который начал расти. Окей, как ты выстраивал стратегию, как ты пивотился, где ты, как ты определял, что у тебя вот сюда не пойдет, а как ты определял, куда потом менять это? Слушай, вот. Ты так и не рассказал, что вы все-таки будете делать. Сейчас, ну, это... Или мы к этому да, идем? Поэтому, то есть мы, да, мы к этому идем. Поэтому мы решили, первое, сфокусироваться на глобальных проектах. Второе. Мы решили открыть два кампуса. Один в Европе, один в долине. Постоянно действующий. И мы решили делать таким образом. К нам приходит стартап. При наличии трех факторов мы его берем к себе в программу. Первый фактор — это команда, в которую мы верим. Мы не будем останавливаться, что это значит. Там, иногда бывает студент, которому мы верим, иногда бывает предприниматель success story, которому мы не верим, такое бывает очень часто. У него случайно получилось, его ошибки ну, у него положительное закрепление произошло. То есть я делал, и оно привело к успеху, значит, я делал правильно, и в следующий раз это повторится. С такими предпринимателями невозможно работать, мы им не верим. Второе. Достаточно большой рынок, на котором можно построить достаточно большую компанию, и проблемы, которые они идентифицировали на этом рынке. Если мы видим эти три фактора... Как-то третье. Ну, с первым двумя вообще вопросов нет. С третьим, по определению, проблема, которую не идентифицировали, она не идентифицирована. Как ты ее как бы идентифицируешь? Ну, вот это, таких людей не так много, да? И вот этот третий фактор, он выходит чаще всего из понимания. Ну, то есть у людей есть или экспертиза, или они работали, или у них там партнеры были. Да. Ну и третье, обязательное в команде должны быть разработчики, чтобы они не привлекали ни аутсорсинговые компании, не сжали финансирование деньги на разработку. На разработку прототипа. Угу. Или там MVP. Вот. После этого мы им даем наш 45-часовой курс очень сжато, и после этого в Европу. И что там? Там каждый день от 1 до 5 встреч с людьми, которые, большинство из них предприниматели, которые сейчас работают, у которых что-то, какой-то операционный бизнес есть, разных стадий, вот только начали. И как долго я буду в этой Европе? Месяц. Ну, я стартап. Месяц. То я приехал на месяц в Европу, каждый день у меня 2, 3, 4, 5 встреч, а когда я вообще что буду делать? Первая половина. Какая цель вот этого месяца? Цель – пройти первый цикл модели Customer Development. Угу. Убедиться, что есть проблема, убедиться, что продукт, который у них есть, решает эту проблему, он востребован. Угу. Поэтому команда должна сидеть в Киеве и после каждого дня, да, переписываться с одной стороны презентации, с другой стороны прототипы MVP, которые есть в Киеве, чтобы он как можно быстрее мог их... А, то есть разработчики мои сидят, а я поехал и месяц итерирую каждый день, изучаю рынок. Да. Customer Development. Да. После этого на месяц в Штаты. Там то же самое? Один в один. Мы обращаем внимание, речь о поднятии раунда не идет. Встречи с инвесторами только для того, чтобы
ну, снять этот барьер, потому что когда мы выводим предпринимателя на встречу с инвестором, его на первой встрече с первым инвестором парализует вот просто так. И встречи факапятся, хорошие проекты. Я могу там, ну... Потому что это как с собеседованиями. Есть такая рекомендация, если вот вы хотите в эту компанию, сходите сначала, то есть сходите на пару собеседований, да, расслабьтесь, а потом придите сюда. Мы так и делаем. То есть когда мы помогаем людям фандрайзинг-стратегию строить, мы говорим, составь топ-10 списка, у кого ты хотел бы взять деньги, начинай снизу. Угу. Да. То есть самое низкоприоритетное, зафакапил встречу, но не бывает. Вот второе, каждая встреча идет все легче и легче, потому что большинство этих встреч шаблонные, вопросы задаются одни и те же. И к последней встрече ты можешь выйти таким образом, что ты кладешь executive summary, а этот, а вот, а, есть, вижу, а, тоже вижу, а... ну окей, давайте посмотрим. Ты заодно и свой этот оттестировал питч. Да. Говоришь, да, в то, что хотят услышать. Да. Вот, поэтому то есть, именно с этой точки зрения мы будем организовывать встречи с инвестором не для того, чтобы привлечь деньги, а для того, чтобы вот этот страх убрать. То есть, короче, вы... И все, да? Что потом после этого? После этого они возвращаются в Киев, и наша стратегия следующая. Вот после этого компания может делать, в общем-то, что угодно. Может поднимать английский раунд на написание продукта. Вы в какой... От идеи до прототипа. Вот что вы в каких отношениях с компанией? Вы берете equity, берем деньги? Берем 5% equity. 5% мы за это? Да, за это все. Но мы даем им, покрываем полностью travels. И нас, кстати, Макс Школьник уговорил давать людям еще карманные деньги. Угу. Мы будем помогать им делать 1-2 патента, торговую марку. Помогать деньгами, в смысле оплачивать какие-то физ? Да, не физ. Придут юристы, с которыми у нас уже отношения, и которые сделают это. Мы им заплатим. Под это дело мы поднимаем фонд, потому что ну, у нас инвестиция в каждую компанию будет там от 20 до 30 тысяч долларов. Ну только кэша, правильно? Ну 20-30 тысяч, это которые уйдут именно как кэш на travel, на юристов. Да, да, да. На поэтому мы поднимаем фонд, у нас есть уже коммитменты, то есть я думаю, что к 24 апреля мы это все дело... Какого размера будет фонд? Мы ищем 8 миллионов. То есть 8 миллионов на 30 тысяч, это сколько? 200 компаний за 5 лет мы хотим. 200 компаний за 5 лет. Это 8 миллионов потом будете добирать, да? Ну, нам они не нужны сразу. Ну, понятно. Мы их будем. Тут есть такое количество команд? По сути, тебе нужна команда, которая еще не очень понимает, что они делают, но у них есть как бы перспективная какая-то, короче, штучка. Да. Ну, скажем так, нам в первую очередь нужны адекватные люди, которые изучили какой-то узкий или не узкий сегмент какого-то рынка, который там достаточно масштабный. Все, то есть вот. То есть за 5% я получаю образование, именно в реальных условиях, не здесь, типа украинские реальные, да, которые не имеют отношения к моему, к моим кастомерам, к моим клиентам, к моему рынку. То есть ты получишь два типа экспертизы. Первый тип экспертизы – как строить компанию, второе – как работать на том рынке, который ты выбрал. Встречи мы уходим от колхоза, то есть групповых встреч не будет. Вот эти вот поездки, всякие Google кампусы. А зачем тебе Google кампусы? Вот, не, ну я просто, то есть это ж, ой, сори. Ну вот, то есть все встречи строятся индивидуально и все. То есть ты приехал, ты живешь там с 10 такими же людьми, как ты, но встречи у вас иногда могут где-то как-то пересекаться, но чаще всего мы сейчас пролопатили наш нетворк из людей, с которых мы можем делать встречи, где-то порядка 500 человек в Европе, в Америке, и чаще всего под любой проект мы найдем людей, которые ту или иную экспертизу им дадут. Команды ты думаешь здесь искать или думаешь российские тоже будут ехать? У нас есть большое количество, я думаю, что 20% тех, кто прошел через наш инкубатор, это россияне. Сейчас прибалта достаточно. То есть у нас нет никаких барьеров. То есть любой, кто хочет, может. А берете вы эквити, а не деньги, потому что надеетесь заработать? Или да, почему? Да. Я прошел двухмесячную программу, поумнел, да, понял, как бы кастомера, понял рынок. У меня начало получаться, соответственно, я привлекаю инвестиции, и тут вы со своими 5%. Или продолжаете? Нет, мы продолжаем, мы играем в длинную. То есть вы будете соинвестировать? Мы будем размываться постоянно, мы будем постоянно в эквити и идти до экзита. Потому что у нас слишком большие риски, и зарабатывать на вложенные 20 тысяч
или там 30 тысяч, которые мы хотим зарабатывать 50, но это не те деньги, за которые мы охотимся, потому что большинство компаний, которые через нас пройдут, будут обанкрочены, мы это понимаем. Ну, то есть ты рассчитываешь на то, что у вас будет 1-2 мега успешных проекта, или у вас будет там десяток таких середнячков? Смотри, мы строим... Ну, не середнячков, у нас есть там определенные estimations, то есть мы хотим, чтобы успешными в той или иной мере были из этих проектов там пара десятков. И надежда, что все-таки одна звезда какая-то будет, и мы вот на ней хорошо заработаем. При этом тоже интересно... Блин, забыл, что хотел сказать. Короче, эта штука запускается в апреле? Да, мы в апреле запустим, программа будет пятилетняя. А деньги с кем общаться? То есть там нас смотрит сейчас какой-нибудь стартап, который думает, о, отлично, 5% от ничего я готов отдать, чтобы съездить на 2 месяца. Ну, во-первых, тебе пройти фильтры, во-вторых, у нас есть человек главный. Коля Савин, который... Коля Савин, привет тебе. Не уверен, что смотрит, у него сегодня как раз нарезаны встречи. У нас в Ютубе это будет, поэтому. Окей. Так, по-моему, все мы проговорили. Плюс Дубай страшный. Будем заканчивать. Что-то еще хотел сказать? Нет, вроде ничего. Ну, то есть, добро пожаловать к нам. Слушай, 5% это очень по-божески, как бы по сравнению с тем, что у нас как-то на рынке принято. Конечно. Какие-то странные цифры. Смотри, вообще неадекватные. Вопрос в том, что мы поэтому не запускали бизнес-модель. Пока вот мы не придумали вот то, что мы сейчас будем делать, мы не запускали бизнес-модель, потому что брать мало equity, допустим, 5% до того, как мы продумали эту модель, ты не заработаешь на этом. Угу. Брать больше проблема в чем? То есть не зря же тот же Y Combinator, Seedcam берет сколько денег? 6-7%. Ну, Seedcam чуть больше, там 10. Ну, до 10, да. То есть 10 это потолок. Очень редко 12. Сколько денег дают? Ну, Seedcam дает нормально, полтинник, по-моему. Смотри, Seedcam, все они дают деньги, исходя из одного соображения. Они дают деньги для того, чтобы стартап в локации инкубатора мог прожить время инкубационного периода. Угу. То есть Y Combinator дает в долине прожить команде из 2-3-4 человек 3 месяца. Seedcam в Лондоне, той же команде, где дороже, и так далее. То есть это общая стратегия. Деньги на руки. Ну, то есть тебе дается на жизнь, на разработку какие-то минимальные косты покрыть и показать какой-то перформанс. Почему я когда говорил о мотивации предпринимателя, то есть почему опасно брать много? С этим страдали, допустим, раньше русские ангелы, которые там хотели получить там 50% или там 40%. Что происходило дальше? То есть проект развивается, у него деньги заканчиваются, ему надо приходить за следующим раундом. Он приходит к классическому инвестору раунда А и говорит: дай мне денег. На что он говорит: ты понимаешь, пух? Сколько у тебя акций принадлежит не тебе? 40%. Вот смотри, я у тебя заберу еще 35%. Ты еще должен будешь дать опцион своим сотрудникам и еще поднять потом 1 или 2 раунда в зависимости от того. Скажи, а что тебе останется? А где у тебя мотивация там через 2 года не бросить эту компанию? Я тебе сегодня дам денег, а через год ты скажешь, посчитаешь, прикинешь и решишь, что нафиг оно мне такое надо? Да, в 99 случаях из 100, если из стартапа уходит предприниматель, то стартап ничего не получается. Поэтому инвестор оценивает эти риски, и когда инвестор ранних раундов забирает достаточно большую долю, компания становится unfundable. Uh-huh. Ты приходишь к инвестору, он говорит, и проект хороший, и рынок хороший, но денег я тебе не дам. Вот потому что equity structure испорчен. Именно поэтому у нас, грубо говоря, все бизнес-модели, которые мы считали до того, взводились на уровне 10-15%, которые мы отбирали. Но это тупиковый путь. Именно поэтому мы сказали, там, хрен с ним, GrowSup — это наш там маркетинг, и школа, и дотационная деятельность. Uh-huh. И окей, мы там отобьем на тех стартапах, которые вырастут. И сейчас, когда у нас сложилось, мы 2 года разрабатывали эту бизнес-модель, когда она сложилась, когда ее заапрувили наши европейские и американские партнеры, мы ее именно 5% мы берем именно потому, что это тот минимум, который нам гарантирует доходность фонда, мы берем чужие деньги, нам надо будет их вернуть. Но при этом не мешает
поднимать раунд. Угу. Основная стратегия наша, которая сейчас рассматривается, это по истечению 3 месяцев вот этой программы вернуться в Киев и отсюда аплаиться в топ-10 глобальных инкубаторов. Угу. Там у них отберут еще 5, 7, 8, 10. И там уже выведут или с convertible loan инвестиции, или с ангельским раундом на нормальных американских условиях на раунд A. Там можно играть вот с такими долями. Но если у тебя уже 10%, эта математика складывается плохо. Угу. Окей. Я думаю, будем заканчивать. Спасибо большое, что пришел и все это рассказал. Удачи вам и стартапам, которые будут еще в вашей программе. Вы смотрели ProfitShow.tv. У нас в гостях был Денис Долгополый, предприниматель, консультант, инвестор. Нет, не инвестор, да. Но человек, который распоряжается чужими деньгами с апреля месяца. Все, всем привет. Да. Это был Макс, у него есть спонсор. А, да, у меня есть спонсор, Никей. Привет вам, ребята. Вы клевые.